Виноват автодилер. Мясец в очередной раз доказал в суде, что автосалон продал ему автомобиль с дефектом. Убираем детское сиденье. Бу-бум. Это у нас кожа. Пробовал мыть. Черный гриб просто... Ну, он, видимо, на всю глубину кожи живет. В углах уже даже грибы срезать можно. Напомним, машину с сюрпризом за 5,5 миллионов Владимир приобрел в 2018-м. Но уже через полгода в автомобиле стала скапливаться сырость, а затем появилась и черная плесень. Мужчина неоднократно обращался в дилерский центр, но там проблему решить не могли. В итоге мужчина обратился в суд. В результате проведенная экспертиза показала, что шланг для стока воды не был присоединен к дренажу панорамной крыши. От этого в салоне скапливалась влага. Поэтому суд постановил вернуть автомобиль в салон, а ответчика обязал выплатить потерпевшему почти 7,5 миллионов рублей. Но представители салона с таким решением оказались не согласны, ведь, по их мнению, Владимир сам допустил возникновение проблемы. У ответчика фактически нет ни одного доказательства, одна голословность, пытается по формальным признакам, там не там запятая, не там точка. Да, была производственный брак, но его можно было вовремя устранить, и все, и мы бы даже не вспоминали об этом сейчас, не были здесь. В итоге 7-й кассационный суд общей юрисдикции оставил решение первого суда без изменений.